И начнем выпуск с информации о происшествии. Возгорание леса рядом с населенным пунктом зафиксировано в Канском районе. Менее чем в 2 километрах от деревни Ивантай. На место выехали пожарные и полицейские Канска, а также представители лесной пожарной охраны и надзорной деятельности МЧС. Было установлено, что пламя бушевало на площади 200 тысяч квадратных метров. Огонь вплотную подобрался к деревне. Населенный пункт удалось отстоять. Совместными силами была сделана опашка территории вблизи лесного массива. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины возгорания. Полицейские установили, что в населенном пункте, рядом с которым произошел лесной пожар, проживают 25 человек. В основном это взрослые люди. Их жизнью и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время пожар локализован. Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия и выяснять все обстоятельства случившегося.